Научный десант КФУ доехал до Арска. Свои двери представителям Казанского университета открыл Арский педагогический колледж имени Габдулы Тукая. В актовом зале гостей приветствовали первый проректор Казанского университета Рияс Минзарипов и заместитель главы Арского района Гульнара Гарипова. Вот это мероприятие, ну как мы называем, научные десанты о Казанском федеральном университете в районных центрах, это, во-первых, и для нас знакомство с аудиторией, с детьми, с ребятами, которые к нам собираются поступать. Для них это тоже знакомство с университетом. Чем занимается университет? Крупнейший вуз не только Татарстана, но и России. И в этом смысле, конечно, вот такие мероприятия, они, я считаю, очень нужны, полезны и обоюдно полезны. Вот это главное. Гости научного тура посетили лекции о возможностях искусственного интеллекта, условиях существования жизни и человеческом мозге. Узнали, сколько человек стоит за каждым сайтом. Мы слушали про менеджеров. Было очень интересно, потому что мы будущие учителя, нам все это пригодится. Хочу поблагодарить этот университет за то, что предоставили такую возможность, предоставили информацию. Было очень интересно. Школьников и их родителей пригласили познакомиться с интерактивными площадками. Инженерный институт демонстрировал 3D-принтер, а также малого робота, который полностью был создан в этом институте. Вы знаете, подходили группы школьников, спрашивали, интересовались роботами, которые играют в футбол. И я ловил заинтересованные взгляды на 3D-принтере. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ демонстрировал образцы минералов, которые гостям предлагалось распознать. Хорошо организованные мероприятия, потому что и есть теоретическая часть, есть и творческая часть. Ребятам очень понравилось. Напомним, масштабная просветительская акция завершится образовательным интенсивом «Про наука». КФУ все-таки для многих очень такая большая мечта. Я надеюсь, здесь они получат очень интересную такую информацию, которая пригодится им при выборе профессии. Еще одним городом, встретившим акцию Казанского университета, стал Сарманово. Гостями проекта стали более сотни местных жителей. Команда Казанского университета представила вниманию местных школьников и их родителей увлекательную программу, в которой раскрыли тему быстрого изучения английского языка, а также провели экспресс-диагностику личности, психологического здоровья и профессиональной направленности. На вопросы о поступлении и обучении в ВУЗе отвечала приемная комиссия КФУ. Валерия Муратова, Лев Халиуллин, Тимур Табаров, Универньюз.